Друзья, привет! С вами, как всегда, Пламбер. И сегодня мы поговорим о чемпионате Call of Duty Mobile. 18 июня начнется второй отборочный турнир в чемпионат Call of Duty Mobile. Для того, чтобы участвовать, нужно собрать команду из 5-6 человек, которые прошли первый отборочный турнир. Все, кто прошел, должны были получить письмо от разработчиков. Выбирайте игроков с умом, так как вы не сможете на протяжении всего чемпионата изменить состав команды. Игрок, который создал команду, будет считаться ее владельцем и должен ввести свой и 4 последние цифры ID игроков. И также должен выбрать название команды. Далее, при регистрации нужно прочитать и принять условия второго этапа. Затем нажать кнопку «Создать команду», потом ввести название команды и ID всех участников. И да, друзья, для участия у всех должен быть одинаковый ранг. И участники должны находиться в одном и том же регионе. Давайте разберемся, с какими рангами можно играть. Бойцы, играть вы сможете вместе с игроками, которые выше или ниже вас, не более чем на 5 уровней. К примеру, у вас, допустим, ранг Элита 5. Вы можете играть с игроками от ветерана 5 до профи 5 включительно. Далее, когда у вас ранг профи, можете играть с игроками на 5 уровней ниже и на 4 выше. К примеру, профи 4, да, могут играть с элитой 4 уровня и мастером 3. Игроки мастер 1 или мастер 2 могут играть с игроками на 4 уровня ниже, либо на 3 выше. К примеру, мастер 2 может играть с игроками ранга профи 3 до мастера 5. Ну и мастер 3 до мастера 5 могут объединяться с игроками ниже 4 уровня, либо любого уровня выше. Как пример, мастер 5 может объединиться с игроком рангом от мастера 1 до легендарного ранга. Ну а дальше, друзья, вам нужно с командой провести 30 рейтинговых боев и получить нужное количество очков, чтобы пройти дальше. Вот такая вот информация. С вами, как всегда, был Пламбер, и я желаю вам только побед. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, где вы сможете найти или создать команду. До новых встреч, друзья!